Для пап, которые могут и хотят активно используя проводить время со своими детьми, при поддержке программы ООН по восстановлению и развитию мира реализуют в Одессе новый проект «Тата Хаб». Совместные игры, учебные конференции и помощь психолога, который научит правильно проявлять свои эмоции. Все это ждет родителей и детей в новом пространстве. И хочется, чтобы это был семейный проект, который позволит менять наши отношения к восприятию не только пап, но и мам, как может развиваться семья, как может развиваться наш город, как может развиваться все общество, которое нас окружает. Нехватку любви, отцовского внимания эти дети могут именно там компенсировать, в нашем Татахабе, и получить наглядный пример, как нужно правильно, гармонично строить семьи. А также мы хотим сказать то, что это действительно новый проект, такого в Одессе еще не было.